2016 год был достаточно успешный для Харькова в разрезе спорта, в разрезе побед наших спортсменов, проведенных Харькове мероприятий. Это и чемпионаты Европы по боксу, это и международные марафоны, это и турнир по бадминтону, который собрал 25 представителей со всего мира, практически все континенты были представлены. Для нас это уже стало доброй традицией, и мы сегодня собрали всех функционеров спорта, которые достигли результата. Это спортивные организации, спортивные федерации, президенты этих организаций, это молодые чемпионы, молодые спортсмены, студенты, которые учатся в сфере спорта, и все те люди, которые приложили свои усилия, чтобы город Харьков был спортивной столицей. Сегодняшний форум очень важен для развития спорта в городе Харькове и Харьковском регионе, поскольку как раз сегодня вот затрагивались вопросы стратегического развития как спорта в целом, олимпийских, неолимпийских видов спорта, так и отдельных федераций. Поговорить о расширении возможностей привлечения ресурсов для развития спорта, для отдельных направлений спорта, в том числе через привлечение международных организаций, международных донорских структур. Наша задача всех участников, организаторов поощрять, мотивировать, стимулировать, чтобы мы дальше выводили это все на новый уровень. Очень благодарна организаторам форума. Я считаю, что такие встречи критично полезны и критично важны, потому что здесь можно обменяться своим опытом, поговорить с коллегами. Мы говорили о том, что в настоящей ситуации можно делать проекты, организовывать проекты, которые будут работать, будут привлекать аудиторию и будут полезны для развития спорта.